Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы выполним задание по русской литературе для 5 класса из учебника «Коровиной». Раздел «Из русской литературы 19 века. Иван Андреевич Крылов. Ворона и лисица». Рубрика «Размышляем о прочитанном». Первый вопрос. Кто главные герои басни? В каких строчках заключена мораль басни? В чем смысл морали? Ответим. Главные герои басни вынесены в название. Это ворона и лисица. Мораль басни заключена в первых строчках. Уж сколько раз твердили миру, что лесть гнусна, вредна, но только все не впрок, и в сердце льстец всегда отыщет уголок. Смысл морали в том, что нельзя идти на поводу у лести, потому что тогда нас легко обмануть. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале. А если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте их в комментариях под видео. Спасибо за внимание!